Всем привет! Хочу вам показать, рассказать вариант засолки сала. Видео будет состоять из двух частей. Засолка и копчение грудинки. Для этого мне понадобится литр воды. Можно кипяченый, можете из колодца, как вам удобно. Эмалированная посуда. Сама грудинка. На 1 литр воды 100 грамм соли или 6,5 столовых ложек. Также 2 столовые ложки сахара. 6-8 зубчиков чеснока. Я их продавил через чеснокодавилку, чтобы вкус передался лучше и быстрее. Потом чайная ложка перец горошком и кориандр 1 треть столовой ложки. Так. Я бы вам рекомендовал соль с сахаром закипятить в воде, чтобы она уже сразу растворилась, это все остудить и уже остуженным рассолом заливать. Воду я остудил, грудинку нарезал по размеру, чтобы она поместилась в емкость. Так, высыпаю специи. Наливаю чуть-чуть воды. Закладываю грудинку вниз мясом. Доливаю оставшуюся воду, чтобы грудинка покрылась всей рассолом. А теперь это все оставляю в холодильник на 12 суток, после чего я грудинку достану и залью простой водой часа на 2 отмачиваться.